Здравствуйте! Мнение о канале Лена и Ваня Лайф и Новый день. Это две сестренки наши, Ленок и Окси. Только что Лена выпустила видео, где она свою повинность на кухне, как она это представила, отбывает в виде того, чтобы сварить суп. Все, суп сделала. Почему вздыхаю? Вот эти вот притчи от Лены. Вот понимаете, Лена начала, она как-то напрягать. Вот Окси со своим Юриком сидят, намылись, может, даже примашки пропустили, имеют право, взрослые люди у себя дома находятся. И вот они рассуждают о чем-то там, как доллары кто-то купил, продал. Ну, к ним я еще вернусь. Лена. Значит, она вот так провокационно задает вопрос. Ну, то есть она там притчу от Сократа представила и говорит: а напишите в комментариях, что для вас важнее, быть счастливым или иметь встроенное тело, ну и там дальше по списку три структурных составляющих тоже счастье. Почему она их противопоставляет? Одно не исключает другого. Я, конечно, боюсь показаться какой-то... Ну вот у меня же может быть свое мнение, не только по поводу видео Лены и Окси. Я не очень с Сократом согласна. Может быть, конечно, Лена так интерпретировала его притчу, но я бы, например, пошла к доктору несчастливому, потому что доктор для меня важен не как какой-то, вот это же не психолог, это не человек, с которым мне надо делиться энергией. Я бы пошла к доктору, который хорошо выглядит, подтянутый, то есть что-то он там вот описывал, да, такого человека. Но вот лично я пошла бы к такому доктору, ну, естественно, спросив рекомендации. Ну, опять же, к Лене, к ее непостоянству, к ее вот этим ответвлениям мыслей. То Ваня у нее суп ест, без супа вообще есть не садится. То сегодня все у нее, Ваня уже суп вообще никогда не ест. Вообще Ленка сама с диеты, как она призналась, соскочила. Но опять же, ее личное дело, зачем нам об этом докладывать? Но вот эти ее стязания с мясом я не поняла. Взять хорошее мясо, которое она сварила для горохового супа, самой есть какие-то вот эти химозные сосиски, сардельки, что она там покупает, себя кормит, ребенка. А с этим мясом прям не знает, пихает его по всем углам. Уже аж заветрилось. То собаке отдам с первого этажа, где-то там у нее собака. Потом что-то подумала. Не, папе, наверное, отдам. Ну, как бы у нее какую-то вот альтернативу. Или папе, или собаке отдать. А почему они сами... Нет, конечно, может быть, пост. Я их давно не смотрела. Что... Почему хорошее мясо пинать от себя? Это же явно, это в разы, это лучше, это белок, это... А есть эти сосиски. Ну, Лена, она такая Лена. Вот опять же, вот Лена, она такая Лена. Продолжу свою мысль по части вот этих ее снов, которые она сегодня описала. Лена, ты, конечно, можешь делать вот эти свои невинные голубые глазки и сколь угодно краситься в блонд. А потом наивно спрашивать, а почему мне змеи снятся? Вот да, вот две змеи, они в моем доме. Но это уже понятно, значит, что это близкие родственницы. Одна побольше, другая поменьше. Да это Окси с Гавриловной, которой ты, ничтоже сумняшись, сидишь и называешь. Я с ними не хочу ходить гулять. Одна старая, а другая явно не спортсменка. Вот я же спортсменка, говорит Лена. Так, Лен, ты кто змеи-то у тебя во сне? Кого ты считаешь, вот кого ты... себе противопоставляешь. Получается, может быть, она этого и не осознает, но получается, что Гавриловна и Окси для нее эти змеи. Ну ладно, что у оленя до оленя. Видео Оксаны последнее с Юрчиком, да? Опять там вот эта рубрика «Расскажи, Юра». А, вот, кстати, еще сегодня видео меня очень резануло у Лены. Да, если вернемся с Ваней. А почему Ваня такой вот уже лоб здоровый? Уже, как сказать, большой мальчик, как сказать, взрослый. Как его характеризовать? А почему тарелку за собой даже не убирать? Сел, поел что-то. Даже мама не знает, что он там ел. И тарелка осталась на столе. Трудно хотя бы донести в мойку поставить. Там, не знаю, у нее посудомойка есть или нет. Вот это очень было... Ну, еще повторюсь, не будем о грустном. Веселье. Прям вот эти два дня, они меня реально веселят. Им большой респект за это. Вот сейчас говорю... Чисто, честно, откровенно и безо всякой иронии. И Юрчик, и Окси. Ну, веселят же, веселят. Вот эта рубрика
«Расскажи, Юра!» Что-то я не поняла, как-то у них нет выработанного курса в этой семье Окси и Юрчика. Почему-то одна хочет прикупить доллары, заходит там, узнает, почем можно, значит, взять. А другой, господи, сам как спасти свою кубышку, идет и продает доллары по 83 рубля, как он сказал в последнем видео, после того, как его можно было по 120, по 127 продать. Странный Юра ты, финансовый трейдер. Непостоянство – это их все. Через видео. Окси говорит, мы картошку не едим. И как ни посмотришь, все картофель у них. То жареное, то во всяких разных видах. Знаете, вот Юра оказался паникером. Вот паникер. Знаете, лишь бы какая-то движуха. Он вообще без дела не сидит. Ему лишь бы кого-то перевозить куда-то. Ну, это работа его, да. Но он выбрал себе такую работу. То в Калугу, то там в Волоколамск. То, значит, с утра за сахаром бежит. Потом вечером валюту в минус продает. Ну, зато движуха у Юры. А Окси, ей, вы знаете, ей, наверное, кто-то сказал, что она делается красивой, когда прищуривает глаза. И вот на видео сегодня, ну, вот, которое последнее, оно вчера, кажется, вышло вечером, в ночи, она сидит не накрашенная. И ей, кстати, очень так хорошо. И постоянно щурит глазки. То ли шампанского бабахнуло. У нее, кстати, такой же взгляд был около камина в Турции. Ну, вот такая она, лисонька сидит, на своего вот этого колобка смотрит, вот-вот съест. А может быть, действительно, Юрчик что-то, может, он в рабстве? Может, она поэтому на него так смотрела? Может, это она? Вот все-таки это она, змея во сне у Лены. А Юрчик хочет прямой эфир, он прям требует, чтобы, как это, знаете, вот как в программе «Время», там, во время прямого эфира вышло и что-то плакат показала. Потому что он так не может, она же монтирует. А так во время прямого эфира Юрчик скажет, меня держат в заложниках, господи. Здесь, но они смешные, это я не могу. Мама, говорит, землю купила, говорит Окси. А Юрчик, а сколько соток? Да мешок соток, отвечает ему Окси. Ну, был, это было смешно, да. Так что выходные ждем консультацию финансового магната. Трейдера и аналитика бирж, финансового гуру Юрия Николаевича. Про золото расскажет, про доллар, как лучше, как вот продать, как купить дороже, купить, продать дешевле. Он вам все расскажет. Правда, про золото он сказал, здесь вообще ничего не понятно, но объяснять будет. Прямой эфир прям требует с Оксанки, со всех, с подписчиков. Говорит, напишите ей, образумьте эту женщину, пусть даст мне слово. Ну а так, как маркетолог, он правильно сделал. Сейчас все будем ждать воскресного прямого эфира от женщины из московского региона. Да мы помним, что Окси, Лено, Гавриловна – это практически москвички. На этом все пока. Пока. Миру мир.